Ну что ж, начало вы видели, и было 4 миллиона. Итак, 94 место и 58 миллионов. Две охоты ровно на все про все. Итак, в общей сложности, ну, прям хорошо прошелся. В общем, 1750-750, ну, это стандартно для меня. Плюс на все про все у нас вышло 14 на 27. Я качать не буду, будем открывать буквально через часик. Так что сейчас еще и на открытие. Поехали. Ну что ж, ну вот и закончилось, ребят. 94 место, 172 вождя. Это за две охоты. В общем, классно прошелся, вообще здорово. Так что можно занимать. Только потратить придется времени прям колоссально на это все остальное. Ну прям классно. 4000 торнов. Итак, в общей сложности по торнам, ребят, мы имеем 9000. Давайте ровно возьмем, пусть 9000. За всю радость, короче, мы вытащили 27 на 14. Ну что, давайте. 27 ящиков, ура, 27. Поехали. Так, здесь, короче, самое, ну, более-менее адекватное, это 265. Ну, то есть 250, там, типа такого. Но хорошее это 500. И, короче, там, ну, 700, 750. Вот, типа, вот они самые классные вообще просто. Все остальные такие себе. Ну, то есть 85. О, 700-ничек. Отличненько. 85. 190. Хорошо. Ну, кредиты неинтересно, конечно, как вы понимаете. Хотя их сейчас нападает. Лишь бы за рубины не открыть, как в прошлый раз. Ну, давай, еще 750. Тик такой. Раз. 85. Круть. Да блин, ё-моё. Пятерик остался. 65. Давай еще 700-ничек. Да ёпама. Еще. Одну. Ну. Короче, куда-то удача пропала. Вообще просто пропала. Да. Ну, короче, 14 ключей осталось золотых. Ну, это вообще смех. 145. Давай. 1003. Давай. Не, кстати, многие не вытаскивают, наверное, мне тоже не фартанет. О, есть, ну, у вас же лучше. 130. 120, вообще просто. Зачем люди, короче, собирают ключи, когда с них ничего не падает? Блин, 145, ну это вообще... Зато кредитов насыпало мне вообще просто по самое не хочу. Ну еще 6 ключей. 170. 500, просто... 140. Три ключа. Нет. Короче, не выпадет, наверное, ничего вообще. Блин, 170 вообще. Просто 170. Все, последний ключ. Вообще просто жесть, конечно. Кредитов зато насыпало по самое... Вот не балуйся просто. Там еще кредиты. Ну ладно. Тут и то, и другое надо выполнять. Эх, падла. Короче, 9000. И сверху насыпало еще 7. 7 тысяч, короче, 11 тысяч торнов нафармлено. Блин, какой ужас. Ну, кстати, да, мне в прошлый раз повезло. Очень сильно повезло, я очень много вытащил. Так что я подумал, что в этой, наверное, надо отсосать. Вот просто отсосать у дрожи, и все нормально будет. Ну, короче, очень печально. Очень печально, очень болезненно. Я думал, хоть выпадет хоть под 1000. Ну, хотя бы первые выпали, и то более-менее. Можно было, конечно, часок подождать. Но здесь самое главное и самое веселое, то, что мы до следующей, короче, дружи будем опять бомжевать. Ну ладно. Короче, что выпало у вас, пишите. Ну а мне не повезло. Бывает иногда, а иногда не бывает.